Положи его. Быстро. Том! Почему ты не остался на своем посту? Так и было, пока не увидел крадущего здесь злоичника. И кто-то ничего не сделал с этим. Черт. Я видел. Вы двое? Мой офис. Это правда? Пожалуйста, не наказывай Тома. Он пытался защитить меня. Нет, это непримиримо. Том, правда? Ты позволишь этому случиться по твоим же наблюдениям? И Мэтт, ты не можешь просто пойти куда хочешь. Это военная база, а не твой дом. Простите. У меня достаточно работы. Прекратите создавать мне любые проблемы. Особенно ты, Том. Томас, ответь мне. Да, сэр. Ты можешь уйти. А? А ты отдохни. Подождите, вы не собираетесь нас наказывать? Почему? Нет. Не поймите меня неправильно. Я просто не хочу тратить свое время на бессмысленные вещи. Старый глупый Том. Спасибо тебе, Торт. Пока, Торт. То есть, красный лидер. Том, с чего ты начнешь? Ничего. Хорошо. Это твоя комната? Временно. Я немного отдохну. Ты можешь вернуться в свою комнату, если хочешь. Я могу остаться еще. Конечно. Том, прости меня. Разве я не виноват, что ты страдал? Я все испортил. Все как в последний раз. Ты потерял единственный шанс бежать только из-за того, что спас меня. Я ужасный друг. Хей, не плачь. Пожалуйста. Это не твоя вина, что мы застряли здесь. Это из-за меня. Это должна была быть еще одна игра, в которую мы играли. Я остановил его злой план, и все возвращается к круги своя. Томас, ты такой гений! Не знаю. Я рисковал твоей жизнью, чтобы отвлечь их. Но все пошло не так, как планировалось. Старый добрый глупый Том, как же я рад вас видеть. Это оказалось ужасной катастрофой. Я не спас мир. Я чуть не убил своего друга. В конце концов, я просто понимаю. Я облажался.